Дорогие зрители, доброго всем время суток. Ознакомлю вас с еще одним объектом, реализованным на сложной геологии. А это водонасыщенные торфяники. Площадь пруда более 1000 квадратных метров. По периметру водоема высажены разные сорта ив и других влаголюбивых растений. Я иногда применяю термин «растения, любящие мокрые ноги». К ним относятся березы, ольха, дуб и другие. Приступили к работе в начале зимы. Нам повезло, что зима была теплой. Согласно проекту, выкопали котлован. Для укрепления берега пруда постелили геотекстиль, сверху накрыли полиматом. Эти материалы фиксировали нагелями, скобами. Вдоль прибрежной линии выкопали анкерную траншею, а внизу водоема создали опорную призму. Полимат засыпали гранат-севом. Насос для выкачки воды работал круглосуточно. В наших широтах городовое колебание, так называемый перепад уровня воды, может достигать более 1 метра. На этом участке каскад из двух водоемов. Про реконструкцию первого водоема я расскажу в следующий раз. Благодарю за просмотры. До новых встреч!